Вот слушай сюда. Дернешься, я тебя завалю. Ты меня понял? Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан разыскиваются потерпевшие от противоправных действий граждан, обвиняемых в вымогательстве. В январе 2018 года один из казанских предпринимателей обратился в подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан с заявлением о том, что в течение года у него вымогают крупную сумму денег, сопровождая требования угрозой убийством или похищением родственников. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие действия проводились в рамках уголовного дела под контролем оперативников. В ходе оперативной разработки задержаны два жителя Саратовской области 36 и 24 лет, один из которых ранее уже был осужден за вымогательство. Решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако у следствия есть основания полагать, что обвиняемыми, а также их неустановленными на данный момент сообщниками, совершен ряд аналогичных преступлений, как на территории Татарстана, так и за ее пределами. Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан.